Во вторник, 9 марта, начался прием заявок для участия в аукционе на право арендовать нестационарные торговые объекты. На этот раз в перечне представлено 14 таких точек. Все это киоски или остановочные комплексы, расположенные в разных частях нашего города. Вот один из примеров. Киоск старого образца, находящийся на перекрестке улиц Парковой и проспекта Комсомольский. Раньше здесь изготавливали ключи. Также есть остановочные комплексы вблизи торгового центра «Великан» и рядом с детской поликлиникой. Их можно использовать для открытия общепита или продажи продовольственных товаров, цветов, печатной продукции и оказания различных платных услуг. Вся аукционная документация размещена на официальном сайте городского округа в разделе «Предпринимательство» в подразделе «НТО». А заявки мы начали принимать 9 марта. Принимаем мы их с 9 часов утра до 6 часов вечера в сотом кабинете в администрации городского округа по адресу проспект Комсомольский, 25. Закончим прием заявок мы 8 апреля, тоже в 16 часов вечера. И ждем всех желающих принять участие. По всем возникающим вопросам просим обратиться по телефонам 48203-45015. Мы рады оказать всю консультационную помощь.